Уютное место отдыха для гостей и жителей. В рамках празднования 96-й годовщины образования Карачаевска прошло официальное открытие парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Для горожан была подготовлена яркая праздничная программа, различные конкурсы для детей. В открытии приняли участие представители власти республики и общественность. На мероприятии побывал и Алихан Левшоков. Открытие парка культуры и отдыха «Зеленый остров» стало самым важным и ярким событием в жизни Карачаевска. Различные национальные подворья, выставка декоративно-прикладного искусства, увлекательные конкурсы для детей украсили праздничное мероприятие. Появление этого прекрасного объекта стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года в категории малых городов. От имени главы республики поздравил всех горожан с открытием парка первый заместитель председателя правительства Хазарчакуев. Очень важно создать в новом парке комфортную среду на долгие годы в будущем, куда люди будут приезжать отдыхать с удовольствием. Дорогие жители и гости города Карачаевска, примите самые теплые поздравления со знаменательным событием в истории Карачаевского городского округа. Желаю, чтобы на этой прекрасной и уникальной зоне отдыха было место только для положительных эмоций. Местность парка культуры и отдыха «Зеленый остров» полностью была благоустроена и созданы все условия для комфортного досуга. Мэр Карачаевска Марат Урусов подчеркнул, что парк гармонично сочетает в себе новизну и чудесную атмосферу, которой всегда славился наш город. Это событие станет знаменательным в истории Карачаевского городского округа. Ведь этот парк станет не только местом для отдыха, но и символом нашего единства и гордости за наш город. Одним из успешных проектов благоустройства городских пространств в 2023 году стал в том числе и парк культуры и отдыха «Зеленый остров», сообщил на совещании буквально вчера заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин. Уверен, что каждый здесь сможет найти что-то особенное для себя. Первый заместитель председателя правительства республики Хазарчакуев и мэр Карачаевска Марат Урусов, перерезав красную ленту, дали старт развитию парка культуры и отдыха «Зеленый остров». От имени юных жителей выразил благодарность всем причастным к открытию этого объекта ученик 10 класса 1 школы Карачаевска Азрет Али Чумаев. Позвольте обратиться ко всем присутствующим на этом празднике от лица благодарных жителей нашего любимого города. В этот праздничный день для нас всех, у жителей Карачаевска, представилась огромная возможность ощутить общую принадлежность к удивительному и красивому уголку нашей огромной страны. Наши люди – это богатство, несущее в себе неоценимую роль в достижении высоких жизнеутверждающих целей. По завершению мероприятия победителям различных детских конкурсов вручили ценные призы и подарки. Алихан Лепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.